Всероссийская перепись населения 2021 отличается от предыдущих тем, что значительная часть данных поступает онлайн. Большинство россиян предпочитают принять в ней участие с помощью портала «Госуслуги». Для тех же, кто не очень хорошо ориентируется в интернете, либо не имеет возможности воспользоваться порталом, в Клинцах открыты стационарные пункты переписи, работают волонтеры. Ежедневно сотни горожан обращаются за помощью в многофункциональный центр «Мои документы». С 16 октября по 14 ноября они смогут принять участие в переписи населения благодаря стационарному пункту, установленному здесь. И все-таки значительная часть нагрузки по-прежнему лежит на плечах волонтеров, которые, вооруженные планшетом, ежедневно ходят по домам и квартирам. Перепись населения – очень важное государственное мероприятие. Проводится раз в 10 лет. От этих данных зависит внутренняя политика нашей страны. Поэтому, когда мне предложили принять перепись населения, я согласился, не задумываясь. Граждане лояльно относятся к переписчикам, понимая необходимость и важность их работы. Нужно знать, сколько людей проживает в стране, какие заложить деньги на нас, чтобы мы лучше жили. Обязательно нужно. Конечно, это нужно все переписать, чтобы для наших... города, и для страны. Да, чтобы для страны знали, сколько нас, что для нас нужно и так далее. Работа переписчика непростая. Каждый участник переписи должен ответить на более чем 30 вопросов. Благо сегодня главный инструмент волонтера-переписчика – это электронный планшет, а не бумажные листы, как раньше. Новые технологии позволяют все полученные ответы сразу заносить в общую базу данных. 15 октября стартовала всероссийская перепись населения и в нашем городе. Все жители относятся к ней положительно, приглашают в гости. Но, к сожалению, из-за этой ситуации с коронавирусом мы не заходим в жилые помещения, граждане выходят к нам и принимают участие в переписи. Всероссийская перепись продлится до 14 ноября. У каждого из нас еще есть время принять в ней участие, выбрав наиболее удобный для себя формат. Дмитрий Кузнецов, Андрей Шевченко, Евгений Цветков, Григорий Дупанов. События. Клинцы.